Какая красавица. Все, вот сейчас нормально. Все? Да. С днем рождения, родная. Спасибо. Неудобно себя фотографировать, снимать тем более. Поэтому буду снимать. Здесь вот так вот красиво все. Белые лилии. Мои любимые цветы. Макс все продумал. Народу, в принципе, тоже нормально. Здесь вентиляторы. Ну, кондишн. О, Макс зажег свечи. Кстати, сними, с твоей стороны вообще плохо видно, что. Все, мушка. Наконец-то приехала. Какая красавица жена. Которая сегодня именинница. Не буду говорить, сколько лет. Не надо, зачем? Мне очень нравится. Музыка такая. Ну, пока спокойно. Ненавязчивая, такая приятная. Люди такие цивилизованные, скажем так. Надеюсь, тебе шампанское понравится. Вот так вот я сегодня выгляжу. Сарафанчики. Прекрасно выглядишь. Старалась. Ну давай. Отличное настроение в плане того, что на воздухе сидим. Да, на воздухе. Это очень важно. У нас это потому, что чтобы не заливаться, поэтому не бывает. Да, конечно, к ней. Это ко мне. Замечательно, нам принесли фруктовую тарелку. Сейчас мы будем поднимать тост. Фруктовые тарелочки. Так. Ну давай, родная, я хочу, чтобы... Ой, у меня слов нет. Вроде столько хотела сказать, а... Просто хочу, чтобы ты была здорова и счастлива со мной. В общем, хочу за тебя выпить. Чтоб мы... О! Нас отвлекли вот этим... И вот этим. Прекрасные блюда, они уже манят просто. Так, а это... Милый, ты произносил тост? Это салат. Дорогой. Так, да, я отвлекся, прости. Да, ты хочешь кушать, я понимаю. Ты необыкновенная душа. Я с тобой очень счастлив. Хочу, чтобы мы долго-долго жили и были счастливы вместе. Я люблю тебя. За тебя. Поцелуй. Так, вот здесь вот у нас что? Фруктовая тарелочка. Это фруктовая тарелка. Черешня, мята. Черешенка. Все в сахарной пудре. Абрикошки. Абрикосы. Груши. Нет. Бананы. Ананасы. А вот это вот, скорее всего... Мята. Это мята, да. Дальше это сёмушка. Дальше это тарелка. Макс. Нет, дальше это Макс. А вот это вот это салат или что это? Да, это салат. Там, по-моему, с рыбой, да, что-то связано? Да. И хачапури – это что-то с сыром. Да. Ну, такое национальное блюдо. Вот, как раз только тушить. Тушить свечи. Свечки можно и поджечь. Мы отвлечемся ненадолго и к вам вернемся. Макс пошел у меня за тортом. Ждем горячее. Отлично посидели. Вот. Музыка, в принципе, неплохая. Кафе называется Петров-Водкин или даже это ресторан. Ну, по обслуживанию, как бы, это ресторан скорее. То есть, вот, все-таки сервис более ресторанный такой. Вот. Я лежу в подушках. Вот. Я лежу, я жду Макса. Делать нечего, поэтому я решила записать видео. Вот. Ну, мои цветы, мои самые любимые цветы. Просто как он настолько предусмотрительный человек, что он даже их привез сюда, в ресторан, специально один букет из трех веток домой мне подарил сегодня, а одну веточку сюда. Это, ну, у меня просто слов, честно говоря, нету.
Люблю просто его, люблю. Вот, я сегодня самая счастливая даже. Ой, слезы наворачиваются немножко. Вот, у нас такое ведерко с шампанским на столе. Ну, вот. Вино, ой, вернее, шампанское французское какое-то. Ну, неплохое такое, хорошее. Вот, нравится. Сейчас нам должны принести горячее. Вот, ждем, пока принесут, как бы. С удовольствием здесь еще можно отметить какой-то праздник, какой-то день рождения. Я уже засыпаю, потому что я соскучилась по своему любимому. Я озадачила человека, чтобы он мне купил какой-нибудь кексик и свечку. Потому что у меня все-таки ассоциации дня рождения связаны с тортом. Тортом и свечами. Всегда мы это делали, но в этот раз я ничего не готовила, потому что нам очень многое нельзя. И поэтому сейчас вот сорвался, побежал. Я не знаю, что он, где он возьмет. Но я думаю, это будет очень приятно в любом случае для меня. Вот. Потому что все, что он для меня делает, это выше всяких похвал. Просто у меня нет слов, чтобы передать это. Просто очень люблю его. Вот такой вот мини-тортик. Загорался этот. Парафин загорается. Всю пудру раздуло. Еле как его запишили. Вот. Мои слезы на каждый хочет дать совет, но его рядом нет. Ты погасил свечи, загадал желание, чтобы этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что осуществили желание. Я пришел на свидание, этот вечер он провел с тобой.
конечно, чем там. Вот и мы. Вот и мы. Вот. Вот идет, идет. И да, ты же. Он все пишет и пишет. Одна сплошная калория. Почему? Там же ягодки. Ты где взял? Я же сказал, где. Вкусно? Вкусно. А это мята. Ну. Расюлька, давай, с днем рождения. Давай. С днем рождения, родная. Давай, Да, вот, кстати, я хотела сказать по поводу вина.